бежим 1,5 км отсюда, увидите баннер сзади, Кременсталь. Прямо оттуда мы стартуем и бежим. Потом поворачиваем к Днепру, там вдоль аллеи, возвращаемся снова сюда все счастливо, получаем свой флаерочек и получаем свою краску. Мы Кременсталь хотим, чтобы вы были крутыми кременчужанами, спортивными, активными, конечно же, молодыми. Так что встречаем Holiday Fest ярко с красками. Регистрируемся! Регистрация уже открыта. Вот там вот сидят люди в уголочке, и можно там регистрироваться и получать уже свои номера. Те, кто не успеет зарегистрироваться, не успеет получить номер, но вы все равно можете поучаствовать. С нами на Color Run, поэтому осталось совсем ничего. 16:00 мы стартуем. Дадут велик, вот в зеленом стоит мужчина. Это наш велосипедист оранжевый. Кто его видит, помашите ручкой. Вот так вот. Это ваш велосипедист. С ним нужно будет бежать. 3, 2, 1! Сейчас все прибегут. Попозже, тогда прибегут. Так, вот бежит вот этот третяк. 7:44. 7:44. Вот, ребятки добегают, можно и девки. 7:50. Девчонки, как красиво, вдвоем, супер! 7:56, 7:57. А у нас был сегодня забег именно летний и для скейтеров. И среди скейтеров был очень особенный участник, который ехал на коляске и занял почетное 3-е место. Это Владимир Белоконь. Сейчас под громкие аплодисменты. Владимир Белоконь, вы где? Помашите нам ручкой. Где же вы? Вот там, вот, да? Прямо, синие волосы. Уже у него синие волосы. Мы сейчас на барабанную дробь. Сделайте мне барабан-то. Еще! Это Елизавета Мазяк! Вон, даже салюты в честь Лизочки. Лиза, ты где? А ты уже красная, как индеец, ничего. Получаешь супер огромную ручку. Флайер. Имя, да, грамотно. Все молодец. Получилось, молодец. Салюты в честь Лизы. А мы переходим к самому сладенькому. Это к нашим мальчикам, которые супер быстрые. И, по-моему, что бежали. Да. Я не видела на вас наверху. Это первый. Нет, это не первый. Что мне рассказываете? Не знаю. Я сейчас как скажу фамилию, тот, кто выбежит, тот будет первый. Ну что же, 3-е место среди мальчишек занял Игорь Катун. Где ты? Игорь! Есть, слушай, что ты так медленно идешь? Надо же быстрее, ты же бежал. Ты стольких мальчишек одолел просто. Воу, вот это лучшие аплодисменты. Флайерочек на получение яркой краски. Ты лучше, улыбайся. Что тебе плохо жизнь устроилась или что? Сейчас обмажешься краской и будешь такой яркий. Второе место среди парней у нас занимает Андрей Бескровный. Где же ты? И побежала девочка. А где Андрюша? Андрей Бескровный, ты есть? Отошел? А это его номер? А вы мама? Давай, я передам. Папа на папочке, такой ведь крутой номер 111. Кстати, когда он регистрировался, я сказала, что это крутой номер. И скажи, как повезло, да? Регистрировался последним, а стал первым. Вот так вот. Красавчик.
лучшие все подарки у тебя. Ты молодец, иди забирай свою краску. Ну что же, а у нас еще осталось три флайера. Три. Кто хочет флайер? Кто? Кто хочет флайер? Кто не хочет тратить 25 гривен на краску? И парень наш самый первый, красавчик, Антон Заиченко. Вот. Ну что, ребята, будьте спортивными, будьте крутыми, живите по-кременчукски, с Кремень Стайл. Пока-пока!